конкурировать реально с лучшими. Потому что что делают корпорации? Они вкладывают деньги в образование, потом покупают группы исследователей и всегда на технологическом уровне обходят всех конкурентов. В этом сила корпораций. Что они могут сложить миллиард, условно говоря, в исследовательские проекты. Причем настолько широко, там 100 стартапов инвести, это нормально. Один сработает, все окупится. То есть, скорее, малый и средний бизнес будет уходить в обслуживание, у которой будет обычная норма прибыли. Ну, там есть рестораны, шить что-нибудь, руками работать. Я это да, убирать помещения, этого будет много. Но когда мы говорим о малом бизнесе, как о звездном, то придется что-то изобретать. Просто так. И самое главное, чего нет у украинцев, и наш президент этому свидетельство, нет образования. То есть в Украине ноль образования, это ты понимаешь в Америке. Чем занимаются американцы, средние и крупные,